Всем привет, дорогие друзья! Всем теплый по-настоящему южный привет с Кубани. За бортом плюс 20, двигаюсь я на Новороссийск. Приехали подписчики, попросили увидеться, как говорится, встретиться, поговорить и также покатать по Новороссийскому району, так как они без машины. А я повторюсь для тех, кто только начал смотреть, друзья, транспортные перевозки, все трансферы, аэропорты, ЖД, вокзалы, также по Кубани, по Крыму поездки можно организовывать под заказ. Вот такие вот дела. Поэтому сейчас двигаюсь в Новороссийск, на спуске Волчьи ворота. Здесь никогда не спешим, не жгем тормоза, двигаемся плавненько и уверенно. Классная, суперская погода наконец-то наступила на Кубани, потому что мы уже что-то прям устали от дождей, честно говоря. Никак не впитают воду, земля. Вот, поэтому сейчас потеплело и уже надеемся. И синоптики, кстати, в том числе, друзья, обещают нам теплую, шикарную погоду. На следующей неделе уже до плюс 26-30 градусов по региону, поэтому это не может не радовать. Ну а впереди у нас уже Новороссийск. Будет встречать вот такой классной погодой. Солнышка нет, но тем не менее не так прохладно. Я бы сказал, жарко, честно говоря. Такие дела. Особо ничего не записываем, потому как, блин, были семейные дела всякие. Даже, честно говоря, времени не было. И в горы ездили, и на море ездили. Я только вот мини-шортики успевал делать. В принципе, все. Вот. Поэтому наслаждались погодой. Ну и, конечно, делали домашние дела. В Новороссии, как всегда, пробки на въезде, либо на выезде. Немножко толкаемся. Точнее, толкаюсь. Где-то пробочка показывает на 2 километра. Ну, там светофор. Дальше разъедутся уже. Направо, если повернуть на кольцевом движении, вот здесь на колечке, это будет съезд на Абрау-Дюрсо. Но нам в Абрау не надо, нам нужно в сторону центра, здесь главное. Двигаемся по Анапскому шоссе, это именно Анапское шоссе. Радуют такие переходы воздушные, прям вообще то, что нужно. Суетолог полетел. Есть ограничения везде, 40 есть город. Кстати, обратите внимание, да, какой чистый город. Реально, ни песка, ни грязи никакой, ничего. Это отмечу, что это город такой очень-очень прям-таки промышленный. Поэтому можно сказать, что это редкость для городов, когда может в промышленном городе быть вот такая чистота. Здесь и порт, ничего здесь только нет, на самом деле, заводы и все. Снова оттолкаемся на светофоре, но мы не спешим, я на то выехал раньше, чтобы немножко показать вам город. Совсем маленький-маленький кусочек Новороссийска, магнит семейный. Для ориентиров, кто может будет по карте смотреть, Анапское шоссе, дом 62, какие деревца здесь здоровские. Тротуарчики, все прям как надо, и остановочки, все как надо. Ну ладно, мы едем дальше. Там набережная в ту сторону, рядышком буквально метров 600-700 там уже будет набережная. Гайцы он орудует здесь, работают по полной программе, потому что парковки-то нет, как всегда. Города большие, перенасыщенные, а с парковкой везде такие вот невеселые знаки висят. И все, поэтому приходится машину оставлять там, где не положено оставлять. Ничего с этим не поделать. Это было, есть и будет. Кусочек набережной, дорогие друзья. Вечер, закат.
друзья, на этом будем завершать маленький обзор из города Новороссийска. Набережная, малая земля впереди, ну и немножко вам моря. До скорых встреч, всем пока-пока.